Добрый день, дорогие друзья, любители фарфора. Что еще можно делать длинными зимними вечерами, как не любоваться шедеврами, фарфоровыми шедеврами? Сегодня предлагаю вам скоротать такой вечерок. И начинает просто невероятное трио, а к нему же и ваза от Алька Кунст. Друзья, я думаю, вы уже знаете, что я всегда за классику. Обожаю простые, четкие линии, без перебора. И вот этот подсвечник от Геральда Титау – это прекрасная характеристика действительно классики. И мой любимый, кстати, цвет айвори. И сразу же переходим в антикварную группу. Здесь невероятный молочник и просто шикарное блюдо от Розенталь, и я предполагаю, что этим изделиям уже свыше 100 лет. Предлагаю окунуться в лето с этими сочными букетами, и этот кувшин или, может быть, ваза просто прекрасно, и это снова Алька Кунст. Ну а тарелка, конечно же, из коллекции Bradex, из каталога Bradex, и это невероятный Хучинройтер.
Друзья, показывая все эти предметы, мне очень приятно, что практически многие из них уже обрели своих новых владельцев, новые дома и, конечно же, радуют своим присутствием. Ну, а я всегда приглашаю на свой телеграм-канал. Переходите по ссылочке в описании под видео. Буду рада. Как же я когда-то мечтала держать в руках подобные формы. И вот, наконец-то, да, я нашла для себя свой идеальный кофейный сервиз. Это Титау. Просто сама нежность, изящество, тонкие линии и невероятные формы – это любовь с первого взгляда. Ну а теперь оцените эту подборку с майсканским букетом. Разные производители, разные изделия, но действительно полная гармония, потому что у всех этот желанный майсканский букет. Это вазочка Томас. Thank you.
Друзья, ну а теперь роскошная подборка от Линднер. Неудивительно, в моих показах действительно 90% производителей – это баварские компании, и Линднер – одна из них, ведущая. Завершаем показ этой антикварной прелестью. Просто обожаю подобные изделия. Очень простые на первый взгляд, но для меня в этой простоте и есть вся роскошь, если хотите. Друзья, ну а трио от Weimar – это пример моего идеального трио. Я, как всегда, приглашаю ценителей фарфора на свой телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Вы можете полюбопытствовать и даже приобрести понравившиеся предметы. Не всем дано видеть красоту, прекрасную красоту, в данном случае фарфора. Нам с вами в этом смысле очень повезло. Благодарю вас за просмотр, друзья,
и всего вам самого доброго, до новых встреч!